39 незаконных трудовых мигрантов задержали пограничники Западно-Казахстанской области в селе Богатск. Граждане Узбекистана выращивали овощи и зелень в арендуемых теплицах. У троих задержанных не было карточек миграционного контроля, а у работодателей нашли поддельные документы на 34 человека. Все задержанные переданы миграционной полиции. В качестве работодателей тоже выступили граждане Республики Узбекистан, которые путем подлога документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности, наняли своих соотечественников. Данные граждане занимались выращиванием плодовочной продукции. Задержанные на сегодняшний день переданы в управление миграционной полиции Департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области.